Thank you.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие болельщики играющих сегодня команд. Приветствую вас, я, меня зовут Илья, с никнейм на экране Зергейм. И сейчас состоится второй матч нижней сетки плей-офф Серебряной Лиги по дисциплине Counter-Strike 2 Лиги Чемпионов Бизнеса сезона номер 13. Так, команда уже на сервере, так что плавно переключаемся сюда на пистолеточку. Итак, за спецназ у нас начинают играть игроки коллектива Wildberries, и, соответственно, все инструменты Ру будут играть за атаку. Пока начинается все у нас баталия с карты The Mirage, это выбор команды Wildberries, и для них тоже начинается эта пистолетка довольно успешно. Находят они для себя один минус пока что на данном этапе, но тут проблемы на зигзаге испытывает Реквием, и пока удается ему здесь остаться живых. Выходит из ковров, собирается выходить Трайвейдер. Райт Вейдер замечает игрока на КТ, но вовремя, если что, выплескивается игрок на стырсе. Делает уже второй минус, причем. Находит здесь все-таки Ксенона. Далее Леонис. Леонис, да, подпушил тут немного. Все-таки игрок спецназа, ну... Такой стиль игры. Такой стиль игры у Wildberries. Любят они играть агрессивно. Действительно, на самом деле, ранее сегодня комментировал также их матч на этом же канале. Ну, играли-то они, конечно, очень и очень агрессивно. В какой-то степени иногда, конечно, они за это бывают наказаны. То есть, ну, за их ошибки такие, так скажем, да, в какой-то степени. Но, тем не менее, за счет и агрессии при таком стиле игры 2-0 они сегодня одержали победу в первом матче. Так, давайте поправим немного худ, чтобы у нас было видно радар. То есть, видимо, некоторые все-таки нюансы. Ну, сейчас вроде как восстановилось. Итак, смотрим далее. За развитием событий, экономическое исполнение атаки, не было поставлены бомбы, флешечка фишечная от Инае, но флешка ему не помогает. Отлично работают здесь атака, два минуса для себя они находят. Дальше Ксенон, ну, погибает здесь против игрока спецназа. Далее Реквием уже находит Мелсона. Ну и 3 в 3 ситуация. Трейд Вейдер вместе с Доксом как-то что-то не поладили и друг друга уже здесь гасят. А это уже нервишки. Это уже нервишки на самом деле. Ну, как бы в данном случае не случилось какой-то дизморали у команды всеинструменты.ру. Таким образом, конечно, друг друга дизморалить в любом случае надо. Ну, можно сказать, и что они так фанятся как-то, да, то есть угорают, возможно, но в любом случае осадочек какой-то неприятный может остаться, и это все может как-то сместить фокус и как-то, ну, действительно помешать нормальной командной игре. Шутки шутками, но бывают такие вот промежутки. 2-0. Полноценный закуп у всеинструменты.ру. Есть 5 калашников и довольно много гранат. Докси здесь сразу же половину здоровья теряет. Но тут можно подловить игрока спецназа. Я тоже уже находит минус по Ксенону. Погибает по итогу здесь Докси. 3 в 5 для атаки. Трейд Вейдер. Пока, подождите, ситуация тут агрессивно очень действуют игроки из спецназа, и за это их наказывают, конечно, здесь атакующие. Ну, о чем мы вам говорили ранее, то, что действительно иногда их агрессия, конечно, идет впереди них. И вроде играет уже 5 на 3, но далее как-то вот видим, что и игроки команды соперника тоже могут найти к ним подход. 3-0, пока Wildberries идут хорошо. Пока идут хорошо, покупают для себя АВП. Также есть Негев у Реквиема. Но тут какой-то больше фан, похоже. Хотя вроде как и нижняя сетка, да, то есть у проигравших тут в этом матче уже нет шансов на продолжение выступления далее. Ну, видим, что какие-то такие фановые моменты все равно присутствуют. Не знаю, как зрителям, но игрокам, наверное, весело, конечно, но... Зритель, наверное, больше любит, когда действительно происходит что-то как бы, ну, такая плотная заруба, без какого-либо там, без каких-то приколов, да, то есть, когда действительно выкладываются на полную, стараются на полном фокусе играть команды. Кому как, возможно, кому-то и нравится это, да, когда фанятся вот таким образом игроки.
Рокели находят игрока под апсами. Мелсон ему хотел помочь, но тут уже подоспевает и Найс Стейрс и забирает своего оппонента. 4-0 в пользу Wildberries. Есть закуп у всей инструментуру. Есть как минимум 3 Калашникова уже на данном этапе. 2 Галила. Гранат маловато, но с этим работать можно. Хотя всего 2 смока. Ну, 2 смока эти в теории будут для занятия мида. По большей степени, наверное, что-то в окно, что-то на старт, возможно, либо на кон, на зиг. То есть, в теории, в принципе, карта Мираж — это та карта, на которую, ну, действительно нужно много смоков. А, учитывая только игру на миде, это, представьте, то есть и коннектор, и окно, и зигзаг. Ну, тоже кто-то на старт может кинуть, как бы, ну... Это только за мидл, а представьте, еще нужно заходить на плент. Тем временем, 3-4. Ситуация для Wildberries. Только мы с вами сказали, уже стало 3-3. Но там один игрок вылетел у спецназа, так что пришлось изначально в меньшинстве играть для ВБ. Тем временем ставится бомба под точкой Б. Под точкой Б ни у кого нет у спецназа. Соответственно, не было никакой информации. Через китчен двигается Инай. Его здесь уже ждут. Натопал здесь, конечно, он. Злопамятный влетает в кухню, пока не высовывается в смог. Ждет тиммейта, по всей видимости. Злопамятный здесь все-таки не вытаскивает игроки Wildberries этот раунд. Инструменты.ру берут его довольно легко, я бы сказал. Очень даже легко. Потеряв всего лишь только 2 своих игроков. Ну, вроде как, переподключился игрок у спецназа. Есть возможность дальше продолжать эту катку. Полноценный вроде закуп и у одной, и у другой команды. Есть по авику, есть авик у Рокели. Также присутствует и у Иная. Ну, сейчас мы с вами видим хоть какой-никакой раскид даже. И тут выход уже с ковров, вот атаки и... Не совсем понятно, как это все обстояло, довольно серьезно, и не зачекали злопамятного. Вроде как выходили под флешку, он там проиграл борьбу, эту дуэль, игрок в дефолте, и на Инюш, что будет репикать. Да, конечно, будет репикать, куда же еще деваться. Дальше, в большинстве действует Wildberries, 4 в 3 для них ситуация, под базы Б никого не было у спецназа, но только сейчас туда перемещается Реквием. Занимает более-менее хорошие для себя позиции, может уже здесь, конечно... Вот собрать информацию. И, кстати говоря, под точку Б и идут атакующие. Так что, возможно, Реквием здесь находится не зря. Уже 4-2. Два игрока находятся в апартах. Рокели начинает потихонечку двигаться. Может тут, наверное, на прыжке поймать своего оппонента. Возможно, заметил, кстати говоря, Реквием. Накинул смог под себя. Ну и вроде как есть понимание, что будет заход по точку Б. Подловили Реквиема. Отличный шот от Мелсона. Ставится бомба под зигзаг. Выпрыгивает здесь Инай. Мелсон отвечает сразу же по нему. Уже ситуация 2 в 2. Мелсон погибает. Ой-ой-ой, как тут перевелся. Я тоже. Последний Рокели. Рокели у него авик. И бомба-то в теории, можно сказать, и под него. Но... Здесь нужно еще найти позицию, чтобы как-то попасть с авика. Ну и диффузится бомба. И получится ли у злопамятного забрать? Нет. Все-таки Рокели засейвит для себя свой девайс. И счет становится 5-1 в пользу ВБ. Пишите в чат, дорогие друзья, за кого болеете в этом противостоянии. Возможно, играют ваши близкие, друзья, родственники, коллеги, соседи и так далее. Докси начинает выходить с ямы, прилетает снова по нему, тут хорошая такая хаешка, выжигает еще молотовым. Ну, довольно мощно здесь Докси пострадал. Все-таки выброшенные гранаты от Wildberries в данном случае оказались не зря. Злопамятный занимает для себя клоус позицию. В принципе, точка А полностью под контролем в данном случае у спецназа. Мидл. Мидл-то тоже под контролем. Инай попадает по одному. Находит второго, но Рокели оказывается точнее. Ситуация 4 в 4. Игрок на тикете. Вырубает игрока, выходящего с ямы. Также есть информация по игроку в апартах. Докси там всего лишь 19% здоровья у него остается. Рокели на миде, а тут его подпушивает и совсем об этом не догадывается здесь. Конечно, я тоже, что находится Рокели прям за белыми, но я тоже слишком агрессивно играет, но...
Но в первом сегодняшнем матче мы в этом неоднократно убеждались, что действительно слишком агрессивно играют, слишком как-то много себе позволяют игроки Вайлдберриса. Ну а почему бы нет, если это работает? За счет этого они сегодня, в принципе, победили в матче, а вот тут уже Мэлсон, отличная переводка, попадает по Леонису, и злопамят, у него хорошая, в принципе, позиция. Его здесь, ну, могут в теории не прочитать. Нет, Мэлсон, кстати говоря, его там выцеливал, но злопамятный все-таки был точен. 6-1, ВБ продолжает набирать для себя раунды. На первой карте в сегодняшнем первом матче они тоже вели 5-0. А на карте для Анубис затем соперник тоже подсобрался, смогли набрать тоже серию раундов. Ну и по итогу 6-6 закончилась для них там первая половина на Анубисе. Тоже, кстати, играли за спецназ. Докси, сможешь ли здесь вырубить Реквиема, либо Реквием окажется точнее, пока не ясно. Реквием здесь замечает своего оппонента, с гранатой стоит Мэлсон, накидывает молотов под соперника. Ой-ой-ой, горит здесь Реквием, и все равно лезет в огонь, смотрите, как злопамятный, промахивается. Вот тут для него могут быть проблемы, да, все-таки здесь подстраховался, что Леонис смог выйти на размен. Далее с Рокели уже выходит с ковров, и, возможно, заметил его игрок джангли, что пробежал здесь Рокели, но, по крайней мере, точно слышал. Рокели тут и не собирается шифтить. Трайди Вейдер. 4% здоровья двигается в апартах. Рокели занимает позицию респауна на КТ. Отличная позиция у него. Реквием под свою же флешку здесь пикает игрока в андере. Ну и Мэлсон ставит для себя бомбу. Ну, многое зависит от игрока, который находится сейчас на КТ, а тут вот вырубает Иная. Никто его здесь не чекал. Находится он на позиции, которую никто не зачекал, и с ножом убивающего оппонента. Ну, это, конечно, в какой-то степени добавляет минус морали для соперника у Wildberries, так что в принципе, прием хороший. Выход на мидл от игроков всеинструменты.ру. Четвером они здесь выходят. Хорошая хаешка. Вот я тоже будет и дальше поджимать. Да, подпушивает, врубает первого. Дальше на подмоге игроки зигзага. А, и пока в этой перестрелке побеждают спецназовцы. 2 в 4. Остается атака. Будет выходить под точку А. Там единственный злопамятный находится перед ямой. Рокели зачекает ли злопамятного? Нет, злопамятный оказывается первее. Очень агрессивно, конечно, действует Вайлдберриз. И пока это работает. С этим никак напором справиться не могут игроки спецназа. А тут как-то не разобрались Вайлдберриз и дали все-таки погибнуть Леонису. Злопамятный. Минус по Мэлсону. 8-1. Продолжает Вайлдберриз свою доминацию. Два авика тем временем у ББ. Есть авик у Я тоже, у Иная. И понимая и зная, насколько агрессивно играет Я тоже, я думаю, что с авиком он тоже будет действовать более чем агрессивно. А где он, кстати говоря, находится? Находится он на зигзаге. Врывает уже здесь Мэлсона. Также Реквием подстраховал. В окне находится Иная. Я тоже уже здесь буст. Замечает игрока на стуле. Моментальная переводка. Отличная работа. Дальше Ксенон. Ой-ой-ой. Ксенон хорошо справляется с первым. Дальше злопамятный на размене. Последний Рокели. Рокели находится на старте практически. Флешку накидывает, наверное, под себя здесь игрок за белыми. Рокели начинает движение. И слышит ли его злопамятный? По-моему, нет. Все-таки не догадывается. Смотрит он андер. Ну, теперь понимает, где находится его оппонент. И, в принципе, дает информацию всей своей команде. Рокели спускается. Но тут еще бомбу постарается подобрать. Первого минусанул, на второго вряд ли получится. Хотя нет, промахивается здесь Я тоже. Со второй попытки тоже промахивается. И с окна промахивается по нему, как он живет здесь, Рокели. Но все-таки Я тоже с писта его здесь забирает. Так что 9-1 становится счет за 10 раундов. Что по раундам? Уже это для них был 5-й раунд подряд для Wildberries.
Смотрим далее за развитием событий. Докси идет единственный. Тиверум будет фейковать якобы база Б. Ну, Wildberries вообще чихать хотели на эту базу Б, по сути. Никого там абсолютно нету. Полностью весь упор под базу А. Один игрок был в Андре. Даже подпушил в Андре с авиком. Вы представляете? Это КВМ пропушил Андер с авиком. Три авика у ВБ. Просто насколько у них большая уверенность. Реквием с авиком пушит ковры. На что расчет? В смог. Ну просто какой-то рофл происходит. Да. Интересно. Я тоже минусует Ксенона. Я тоже еще и дальше справляется с игроком на Тетрисе. 2-3. Ой-ой-ой, я тоже раскрутился, тут мощный флик. Были бы повторы, я бы посмотрел. -3, вот я тоже в этом раунде. Мелсон последний. Проходит на точку А. Замечает здесь я тоже, но сразу же отвечает злопамятный хорошим разменом. 10-1, тотальная доминация от Wildberries. Давайте смотреть далее, как будут развиваться события. Последний раунд первой половины карты The Mirage. Выход на мидл от Steelinstrument.ru. Сразу же падают. Тут скорострелки пошли, авики. Ну и последний остается Докси. Ну что ж. Это 11-1 в пользу Wildberries. Wildberries уже файнится, стреляет по своим. Ну, в принципе, Steelinstrument.ru начали это вообще, по-моему, на втором раунде, можно сказать. Так что тут действительно какая-то просто расфановая катка происходит. 11-1. Тотальная доминация. Вот ВБ. Ну, а что тут комментировать? Каких-то прям действительно крутых тактических действий не происходит, да? То есть, там, скажем, 300 единичный IQ мы тут тоже пока не наблюдаем. Больше как-то, ну, какие-то прикольчики. По большей степени. Нету прицела, Леонис тут погибает, прицел появился, точнее Леонис делает здесь минус. Дальше получается тут у Траги Вейдера тоже сделать. Ну там уже и револьверы пошли, диглы. Wildberries вообще на полностью на фане находятся. Ну и благодаря этой расфанке у все инструменты РУ получается забрать для себя пистолетку. Но это потенциальный третий раунд для Steelinstrument.ru. И могут за счет такого, таких вот прикольчиков все-таки как-то постараться закамбэкать над игрой соперников. Почему бы и нет, не воспользоваться. В какой-то степени может быть ошибками, если они будут потом. Но я думаю, что Wildberries тоже как бы подсоберутся потом, если вдруг вообще будет уже все плохо. Три дигла остается у ВБ. Один дигл на миде. Попадает по Докси. Докси очень мало процентов здоровья. Злопамятный, по-моему, не заметил здесь голову оппонента. А вот сейчас должен был заметить. Ну, злопамятный здесь уже не попадает. Последний реквием, по нему информация вроде бы даже не имеется, кстати говоря. Реквием сможет, наверное, забрать здесь Докси. У Докси очень мало процент здоровья, но как-то не встретились. Встреча их миновала. Ну и Докси выживает в данном случае. Докси ищет оппонента. В спину зайдет, в спину заберет. Все в пятером выживают все инструменты РУ. Это, конечно, очень важно. Сохраняет для себя экономику, чувствует себя получше. Ну и теперь будет закуп от Wildberries. Ну, в принципе, у них каждый раунд закуп, что тут говорить, что тут комментировать. Или все-таки эко сделают. Я тоже, похоже, не собирается делать эко, как и злопамятные. Закупаются они практически на все деньги. Знаем мы, как, конечно, работает Фортуна.
Фортуна переменчива, есть такая фраза. Три игрока на тест-спауне у Wildberries. Пока на один минус смогли раскрутиться. На второй также злопамятный. Леонис зачекает ли яму? Неужто найдет? Нашел Леонис, смотрите-ка. Нашел здесь Рокели. А вот тут вот не зачекли все-таки Мелсона. Мелсона хватило на один килл. Трейди Вейдер. Последний. По нему информация уже имеется, реквием еще и попадает. Второго раза уже не хватает, но с третьего раза уже получается добрать оппонента. 12-3. Выход на маппоинт для команды Wildberries. На их пике, что по экономике у Instrument.ru. Ну, закуп, конечно, все деньги и хватает, причем и на Авик, и на М-ку даже, на Фамасы. Ну, в принципе, закуп плюс-минус, конечно, имеется здесь у спецназа. Авик, скаут, два Калашникова и М-ка, засейвленная, трофейная. Первый выстрел от Рокеля мимо. Выходит игрок с коннектора, но Ина его тут заметил, так что успел его тут все-таки даже через смог найти. Инае тут не врубает игрока в ладре, но он поначалу начал стрелять наугад, а затем уже просто не смог законтролировать спрей. По сути говоря, в меньшинстве атака. Есть возможность у Instrument.ru зацепиться за этот раунд. Я тоже с диглом двигается здесь вообще. Хотя есть, конечно, у меня тут скаут. Но дистанция не такая. И позиция, в принципе, не очень. Злопамятный также ждет агрессии от оппонентов. Сам пока не палится здесь. Реквием занимает для себя хорошую позицию. Вырубает здесь Ксенона. На неожиданности, так скажем. На зигзаге, кстати говоря, никого нету. Ну, в джангле имеется игрок. И еще и на... за фаером. А тут промахивается игрок в джангле. Как же тут все-таки наказывают Рокели. Злопамятные также. И минус по Мелсону. В коннекторе находится Трайди Вейдер. И по нему вроде как информации имеется. Закидывают смоук. Трайди Вейдер. Ну нет, они просто не хотят пойти поставить бомбу. Нет, они не хотят запасать бомбу, они хотят забрать своего оппонента и делают счет 13-3. Что ж, вот такая вот выдалась карта, практически в одну калитку, можно сказать, для команды Wildberries. Ну, интересно ли? Ну, для игроков, возможно, да. Было интересно побегать, пофаниться. Ну, если как брать с зрительской стороны, ну, каких-то таких крутых тактик мы с вами не видели. В основном была просто агрессивная игра и... кто кого перестреляет. У нас небольшая пауза. Следующая карта у нас на очереди. Давайте посмотрим, какая. По-моему, было Анубис. Да, следующая будет карта Анубис. Это уже выбор команды все Instrument.ru. Ну, если по итогу этой карты мы с вами не выявим победителя в матче, то отправимся лицезреть за картой The Inferno. Небольшая пауза, скоро вернемся.
Итак, возвращаемся к матчу, дорогие друзья. Следующая на очереди у нас карта The Anubis. Начинает ее за спецназ и инструменты.ру. Ну и Wildberries будут играть за атаку. Напоминаю, что со счетом 13-4 по раундам закончили первую карту команды. И закончилась она в пользу коллектива Wildberries. Здесь есть от них размен на первых таймингах. Вроде как все неплохо даже получается. Ну, АФК стоит вообще иная, и решил все-таки вообще ливнуть. А почему бы и нет? Смотрим далее, как будут развиваться события. В меньшинстве, конечно, здесь идет атака. 2 в 4 будут играть. При этом злопамятный успевает забрать еще одного оппонента. Леонис также справляется еще забирает здесь трайдивейдера. В итоге последний остается Ксенон. Против двоих оппонентов. Хотя, казалось, все, конечно, плохо складывалось для атаки. Еще и вылетел иная. Но, тем не менее, все-таки выиграть раунд для них удалось. Даже в численном меньшинстве. При вылете тиммейта. Смотрим далее. Wildberries снова продолжают фаниться. Покупается негев от я тоже. Два калашникова маг 10. И реквием вообще купил армор. И экономит деньги, видимо, для авика. Хотя нет, все-таки пошел и купил для себя калашников. Реквием калашников реализовать не удалось. Можно сказать, что ну лучше бы не покупал. Злопамятный. Минус по Ксенону. А тут никто не зачекал, кстати говоря, Докси. Дальше смотрим в меньшинстве. Идет спецназ. Последний остается Докси против троих. Находится он на миде. Бомба ставится под базой Б. Ну и Докси не будет, наверное, здесь и выбивать. Постарается засейвить для себя и для своей команды калашников. Как-то реализовать его в следующем раунде, соответственно, сейчас. Может еще и постарается подловить кого-то, но пока не ясно. Докси, да, будет стараться кого-то ловить. Но... подловил одного, но затем и его тоже. Ну и вот вопрос, стоило ли это того. То есть, возможно, стоило засейвить калашников. Но решил сделать по-другому. Полноценный закуп от всеинструменты.ру. Есть у них 4 М-ки, есть один ФАМАС. Гранат маловато, но с этим, в принципе, что-то придумать, наверное, можно все-таки. И вроде что-то даже и получается. В меньшинстве теперь остается команда Wildberries. Еще и находит здесь реквиема. Злопамятный тоже здесь отлетает. Без каких-либо проблем и нюансов. И это первый раунд для всей инструмента.ру на этой карте. Но, тем не менее, два игрока у атаки закупились. Есть два калашникова, есть парочка недефолтных пистолетов. Но я тоже уже делаю open frag. Далее злопамятный, также минус по рокеле. 3 в 5 будет для спецназа. А тут еще и выходит на перестрелку Мэлсон. Его тоже здесь находят. И Ксенон последний по итогу. Вроде девайсов не было довольно хороших, да, то есть у атаки были недефолтные пистолеты, но тем не менее смогли здесь как-то реабилитировать и под себя подстроить ситуацию. Но раунд еще не выигран.
Раунд еще, по крайней мере, не закончен для команд. Ну вот только сейчас была поставлена бомба. Ну и далее Леонид уже ставит в нем точку. 3-1. Вайлдберрис себя чувствует, конечно, очень хорошо. Даже несмотря на то, что по девайсам было все-таки отставание, но смогли довольно неплохо. Здесь этот раунд разыграть, а теперь отличный выход от Ксенона. Тут пушат базу Б полностью игроки атаки. И в одного по одному здесь перестреливаются также и атакующие. Ну, как-то не разобрали немножко, что делать здесь. Игроки атаки, ну, по одному выходить, стреляться против всей толпы, против пятерых, ну, это, конечно, заведомо уже гиблое дело, так что тут в какой-то степени, возможно, и ошибку допустили игроки атаки. Злопамятный может постараться все это исправить. Злопамятный. Накинет смок и, типа, подберет бомбу, или смок на... Так скажем, на обман здесь. Злопамятный вытаскивает этот раунд. Прекрасный раунд от него. 3 килла он здесь оформляет и... спасает команду от проигранного, так скажем, экономического от соперников. Четыре-один в пользу Wildberries. Дальше пушат коннектор, погибает тут сразу два игрока у спецназа. Далее еще не получается ничего сделать у Рокеля. 100% я тоже с ним справляется. Ну и последний Мэлсон его тоже находит. Ну как-то слишком легко, слишком хорошо клеится стрельба. Я тоже просто уже не хватает ему соперников, начинает мочить своих. Да, я тоже сегодня действительно какой-то мега веселый день выдается. Борьба за мидл будет ли? И на, кстати говоря, пушит БМ. Возможно, в одного здесь потикает, поиграет. Один минус находит, дальше... Ой-ой-ой, тут паркур от Реквиема. И сразу дальше же с продолжением... движение уже и расстрелом соперника. Отлично получается. Последний Ксенон против троих. И его тоже здесь находят. 6-1. Wildberries чувствует себя действительно на кураже. Авик появляется для всей инструмента.ру, даже два авика у Ксенона и Рокеля, возможно, что-то да придумали ребята. И как-то постараются сейчас сдержать столь мощный натиск соперника. Я тоже подходит на мидл, и Рокель справляется с ним. Авик здесь, конечно, отрабатывает хорошо. Реквие просто опять снова занимается паркуром, минусует здесь оппонента, ситуация 3 в 3. Злопамятный, здесь против Авика уже не выстоять. Ксенон не дрогнул, попадает по оппоненту в меньшинстве атаки. Инай находит Ксенона, 2 в 2. Здесь авик у одних, у других. Ставится бомба под базой Б. Ой-ой-ой, а Мэлсон. Мэлсон тут может намучить грязюки, но не получается. У Мэлсона здесь немножко не пошло по стрельбе. И Ная замечает, не промахивается. Отличный хедшот. Дальше Рокель отвечает в прыжке. Тут уже Реквием перемещается на плент. Фейкует, что якобы ставит бомбу. Рокель, по-моему, даже об этом не догадывается. Рокель ищет оппонента. Сейчас догадывается Рокель, где примерно он находится, а... аккуратно, Реквием уйдет под точку А и поставит бомбу там. И успеет, возможно, даже занять более выгодную позицию для себя, чтобы как-то сопротивляться этому авику. Уйдет назад, ну, читаем, читаем. Реквием пойдет назад искать своего оппонента здесь. Но смотрите-ка, через мейн пойдет играть Рокеля. Рокеля тоже здесь не так-то прост.
Решил тоже переиграть соперника. Ну, по крайней мере, Рокер, если продвинется сейчас через мейн, он будет понимать, что его соперник точно находится где-то сверху, и примерно понимать местоположение соперника он точно будет. Рокер ищет. Понимает, что нету здесь, нету на девятке. Значит, скорее всего, будет с другой стороны. Рокели нет, есть диффуза, кстати, играл у Рокели. Рокели, по-моему, даже выиграет этот раунд. Нет, получается у Реквиема зарезать все-таки своего оппонента. Это 7-й раунд для Wildberries. Хотя казалось мне просто, что Реквием будет просто стрелять по нему, но решил все-таки сыграть поприкольнее, так скажем. Спрыгнул и с ножа нашел все-таки своего оппонента. 7-1 все никак не дают для Saints Row выиграть раунды, хотя зацепились в этом раунде довольно неплохо и были хорошие шансы, так что здесь все-таки не повезло. Смотрим далее за развитием событий. Синон пушит Амейн. Справляется против него злопамятный, ожидали здесь его. Леонис с макена находит оппонента, выходит и Найя, ну как у них все залетает? Выходит смог, сразу же ставит по голове. Действительно шикарная игра от Wildberries по стрельбе именно, да, то есть по таким моментам, конечно, они вообще. Видно, что именно в этом матче, ну, чувствуют себя намного лучше, чем их соперник. Полный кураж поймали Wildberries, чувствуют себя замечательно, кайфуют от этой игры, а это для них, конечно, самое главное. В принципе, игры созданы как раз-таки для этого. Ну и надеемся, что вы также кайфуете, наверное, как и они от трансляции. Как я говорил ранее, да, для кого как, то есть кто-то любит, когда действительно серьезные игры какие-то там конкурентоспособные. Лично я, например, да, действительно люблю, когда... идет конкурентоспособная борьба, равная игра, да, то есть когда не в одну калитку происходит матч, как, например, сейчас по большей степени. То есть такие матчи, конечно, смотреть интереснее, в них больше какого-то задора, азарта, адреналина. Ну, условно говоря, как пример, вам наверняка тоже, вот, ну, скажу, но на примере футбола, например, вам наверняка тоже будет интересно смотреть матч, там, например, Реал Мадрид-Барселона, нежели... Там Реал Мадрид против... Кого можно в пример привести? Ну, пускай будет Карабах из Азербайджана. Тоже топовый клуб в Азербайджане. Но понятное дело, что не уровень Реал Мадриду. Иная минус по Мелсону, и Иная постарается 1 в 3 вытащить этот клатч для своей команды. Докси уже подходит к мейну, Трайди Вейдер, возможно, будет с ним, либо пойдет через мид. Нет, по всей видимости, пойдет через мидл. Здесь не пересечется он со своим оппонентом. Иная двигается плавно под базу Б, будет ставить бомбу именно там. 10 секунд у него остается, нужно бежать уже со всех ног, возможно. Оп, расчекал, проверил, подбежал. Бомбу воткнул. И, кстати говоря, Иная, возможно, слышал здесь своего оппонента. Да, слышит, слышит Иная. Иная перестреляет ли? О, слышит, кстати говоря, что тут уходит на КТ. Докси. Нет, Докси здесь не перестреливает. Иная знает, где находится последний. Иная идет играть под бомбу. А диффузов-то нет у Трайди Вейдера. И он здесь фейканул. И не повелся на этот фейк Инай, он вообще прям даже не стал пикать, он понимает, что тот фейкует. Но сейчас уже Трайди Вейдер точно, понятно, что фейкует, здесь пикает. Ну все, времени нету Трайди Вейдера, нету диффуз китов, молотов. Но все-таки Трайди Вейдер зашел свой минус, хоть как-то себя порадовал этим минусом, отомстил, но раунд для команды взять не удалось. Прекрасный клатч от Инай, вытаскивает он 1 в 3 ситуацию и берет раунд для своей команды. Прекрасная работа. Что ж, два раунда до конца первой половины, карты Де Анубис, и у нас что-то похожее, как и было на Мираже, здесь случается, снова в одну калитку для ВБ. Ну, что стоит признать, что Анубис тоже в адрес умеет играть, по крайней мере, на первом матче их, они пикали сами Анубис для себя, то есть что-то у них тоже заготовлено как-то, и сегодня плюс еще играли.
Так что выбрал эту карту вроде соперник, а игра идет, конечно же, и у Wildberries. В данном случае здесь. 2-2 ситуация. Докси находит 2 минуса. Слышать передвижение оппонента в смоку. 20% здоровья у Докси. Ой-ой-ой, Докси, что ты ставишь? Казалось, злопамятный тут сейчас выйдет и просто одну пульку повесит по оппоненту, у которого 20% здоровья, но что-то вытворяет нереально тут Докси. 1-1, я тоже. У него есть негев, а у соперника МК. Ну, МК будет посильнее, конечно же. Второй раунд для всей инструменты.ру. Здесь я тоже играл слишком фаново. И последний раунд. Первой половины карты Д. Анубис мы с вами лицезреем. Выход фастовый по точку Б, пока не обвенчался успехом. Либо же нет, смотрите-ка, там и с револьвером играет Реквием. Ну, решили потянуть катку. Реквием с револьвером тоже справляется довольно неплохо. Злопамятный. Нашел здесь пушащего оппонента. Траги Вейдер прекрасно справляется в коннекторе. 3-3. Реквием. Бам с револьвера. Злопамятный бам с калаша. Последняя Рокели. Ну... вроде какой-то фановый бай у Wildberries, но все равно получается все довольно круто. Оп, Рокели находит злопамятного. Далее. Как будет раскручиваться ситуация. Минута до конца раунда. Бомба на руках имеется у Реквиема. Я тоже также продолжаю играть с Негевом. И это приносит свои результаты. 10-2. Хорошее, конечно, себе преимущество. Организовали ребята из Wildberries. И теперь будут играть за спецназ. Что у них есть за спецназ? Ну, 5 юспов. Есть смок, есть диффуза, кстати говоря. Что покажут все инструменты ру. Купили для себя 5 арморов. Решили играть без гранат. Пойти... наверное, просто через коннектор зайти по точку Б запушить. Ну, что-то такое похожее мы с вами, наверное, здесь увидим. Ксенон тем временем перестреливает и на здесь и в миде. Злопамятный тем временем там из дуал беретов тоже что-то вытворяет интересное. К сожалению, нам этого не показывают. Но тут Леонис тоже минус сотворяет. Реквием. Ой-ой-ой, хорошие 2 хедшота здесь ставят. Ну и без ножа здесь не обошлось тоже. Я тоже в полете забираю Рокеля. Плюс 1500, возможно, авик. Нет, авик будет ли у я тоже? 4900 есть, он может купить авик и типа, ну, куда-то потратить 150 баксов еще нужно будет. Нет, авика не будет. Покупает М-ку. 11-2, закупаются все инструменты.ру на все деньги. Есть у них 4 маг-десятых. Запушили... здесь и спецназовцы уже какие-то позиции. Рокель находит для себя свой минус. Леонис с P90 совсем бегает. Ну, пока маки тоже неплохо отрабатывают. Ну, тут какой-то фан. Ну, вот как комментировать фан? Я, конечно, понимаю, я могу все комментировать, но... я просто в целом вам говорю то, что... действительно... мы с вами просто тут посмотрим, как какой-то шоу-матч. Тут заранее уже понятно, кто будет победитель, конечно. Тут уже и все инструменты рут уже не стараются как бы победить. Тоже бегают уже на каком-то фане немного. Ну, проигрывают, понимают, что проигрывают. И как-то все равно стараются извлечь какое-то хорошее настроение. Побегать, постреляться для себя. Но 12-2 шансов на камбэк здесь у все инструменты рут. К сожалению, наверное, нету. Wildberries хоть и фанится, но я думаю, что в нужный момент для себя здесь смогут, и если будут проигрывать раунды, подсобраться, да, то есть забрать себе свой последний раунд. Я тоже находит Трайги Вейдера, тут с Негевом расстрел. Леонис вообще с дуал беретами запушил. Дальше злопамятные находит для себя тоже 2 минуса, 2 в 3 для атакующих. И заходят они спокойно, кстати говоря, на базу А, на которой вообще никого нету у спецназа. Рокери замечает здесь, я тоже с диглом. Мало у него здесь здоровья, погибает он в этой перестрелке, ситуация 2 в 2.
Реквием под флешку. Нет, здесь все-таки погибает Реквием. Злопамятный постарается, возможно, сделать квадро. В этом раунде. Не замечает здесь из-за смока своего оппонента. Кстати говоря, ну, злопамятный здесь раунд не заберет. Стоит констатировать, наверное, это. Если найдет Рокеля, да, то есть, ну, его спину заберет Докси. Да, Докси заберет его. Нет, Докси его здесь не заберет. Слишком рано побежал с ножом. Тоже хотел как-то напакостить оппоненту. Смешная ситуация. Но, тем не менее, раунд выиграли игроки. Все инструменты ру. Ну и смогут закупиться. Да, даже прикалываются в чате там игроки. Так что я думаю, что настроение, в принципе, это неплохое. Я вытащил все инструменты ру. Ой-ой-ой, хедшот хороший, вот иная. Опенфраг для спецназа. Рокеле также здесь все-таки погибает. И смотрите-ка, уже 2 в 4 остается здесь атака. Проблемы у них возникают. Я тоже. Заметили справа голову соперника, замечает, но попадает в тело. Несмертельным оказался этот выстрел, но по сути Ксенон здесь на один шот остается, на один хит. 2 в 3. Злопамятный поджал уже Т-спаун. Реквием здесь находится как раз таки под точкой Б. Движется тоже туда. Ксенон заходит, ставит бомбу. Трейди Вейдер уже находится в коннекторе. Будет закрывать игрока, который будет приходить с мида. Реквием здесь на КТ. Флешка вроде как и неплохая, но Реквием... Точнее, плохая. Реквием просто подстрелял в воздух, якобы, что он ослеплен. Ну, как-то подбайтил, можно сказать. Трейди Вейдера здесь находит. И что ж... Побеждает команда Wildberries в этом противостоянии со счетом 13-3 на второй карте. Ну, со счетом 2-0 просто в одну калитку, в принципе, можно сказать, что прошел для них матч. Чем их поздравляем, продвигаются они дальше по нижней сетке в Серебряной лиге. Ну, а команде все инструменты ру мы желаем не унывать в любом случае. Выступили довольно неплохо, в принципе, вообще в Лиге Чемпионов Бизнеса. Попали в Серебряную лигу, что уже как бы хороший, в принципе, результат. И ждем их дальше и говорим спасибо за участие в этом турнире. У нас небольшая пауза. Возможно, получится найти кого-нибудь на интервью из игроков команды победителей. И с кем-нибудь поговорить. Возможно, тоже удастся. Давайте посмотрим. Пока про интервью информации нету, но, возможно... Кто-то все-таки на связь из команды Wildberries сегодня выйдет. Пока небольшая пауза, дорогие друзья. Если что, скоро к вам вернемся.
Thank you.